People, с вами Вика. И в этом видео я вам покажу несколько идей декора к Хэллоуину. Все идеи очень бюджетные и очень-очень крутые. Вы их можете использовать как на вечеринке с друзьями, так и на ночных посиделках с подругами, или просто порадовать себя в этот замечательный праздник. Так что не забудь подписаться на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать моих видео. Также поставь палец вверх под этим видео, ведь оно тебе понравится. И мы начинаем! А для этого DIY нам понадобится пенопластовый шарик и акриловые краски. Все невероятно просто. Я раскрашиваю наш шарик оранжевым цветом, а затем просто рисую на нем рожицу. И получается отличная тыковка из пенопласта. Она станет замечательным декором комнаты, и мне, честно говоря, она безумно нравится. Ну а для этого DIY нам понадобится черный картон, линейка, ножницы и карандаш. Для начала я на картоне карандашом рисую мордочку нашей кошечки. Плюс этого DIY в том, что не обязательно, чтобы наши мордочки были идентичными, ведь это все-таки Хэллоуин. После того, как я обвела всех наших кошечек, я их вырезаю, но самым сложным является вырезать им глазки, поэтому для безопасности лучше попросите родителей вам помочь. Получилось очень круто, особенно ночью, это смотрится невероятно. И для последнего DIY нам понадобится белый и черный картон, краски и трафарет нашего привидения. Для начала я обвожу наши привидения на белом и черном картоне, затем вырезаю их. Ну а потом просто раскрашиваю черной, соответственно, белой акриловой краской. И прикрепляю на бечевку или любую другую нитку. Смотрится очень красиво и мило, мне очень поднимают настроение эти привидения. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, будешь ли ты праздновать Хэллоуин в этом году. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!